Бойцы легендарной единички, принявшие на себя основной удар противника в последнем бою. Старший сержант Микаэл Геворкян, сержант Яков Гудым, ефрейтор Александр Лютиков, сержант Павел Жилкин. Ну а с лейтенантом Финогеновым познакомитесь позже. В 25 километрах отсюда находится мост. Ваша задача — укрепиться возле него и держать переправу. Так точно, держать мост любой ценой. Цена должна быть минимальной. Ну что там? Там 9 детей и все глухонемые. Ну кроме одного, двух. Товарищ лейтенант, эти люди здесь живут, и мы не имеем никакого права. Имеем право, командир, имеем. Надь вас было спокойно. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Надя. Толя. Послушайте, я ваш начальник. Я ведь с первым встречным на шее не вешаюсь. Гутен так. Быстро занять позицию! Батарея к бою! Огонь! Что вы тут делаете? Тут скоро немцы будут! Что тут дети делают? Надо срочно отсюда уводить! Почему дети на позиции? Башня, башня! Как слышите меня, эта единичка? Скажи, что все будет хорошо. Скажи им, никто не умрет.